Нет, не доверяю. Иммунитет не изучен еще наш. Это идет прямое вмешательство. Но это мое мнение. Пока вообще нет. Не полностью. Ну, это новый вид лекарственного средства, поэтому с опаской. Так. Мы пока еще не уверены, но уже задумываемся. Ну, как бы мы переболели. Надо подумать, есть ли смысл прививаться. Нет. Почему? Потому что не доверяю. Нет. Не знаю, не доверяю, вот и все. Если честно, я в этом вопросе не разбираюсь, вот, но хочу сказать, что, например, вот я планирую поехать на следующий год волонтерить в Германию, вот, и я знаю, что там эта вакцина не признается, поэтому я, скорее всего, провакцинируюсь там. Не особо. Я считаю, что должно пройти какое-то время, чтобы посмотреть на результаты, что будет, как себя будут вести, как будет складываться состояние здоровья у людей, которые прошли вакцинацию. Поэтому пока что оберегаюсь всеми известными методами. Это маски, антисептики. Как-то так. Не знаю, не имею какого-то четкого мнения насчет этого вопроса. Нет, скорее нет, чем да. Ну, не знаю, как-то это все еще очень неизведано, и как-то не хочется пока что испытывать это на себе. Вакцинации? Вакцинации. Да. Почему? Потому что я медик, я знаю, что, что это нормальная вакцинация. Да. Надо. Потому что так делают всем, и это хорошо. Нет. Ну, потому что еще очередь не дошла. Я переболевшая. Я не хочу прививаться. Во всяком случае, на ближайшие полгода, наверное. Даже в моей стране, где я сейчас живу, тоже не все. 50 на 50 идет разделение. Неизвестно, какие будут последствия потом. Так что здесь идет раздвоение, можно сказать, и за, и против. Тоже выбор лично. Каждого личный выбор, мне кажется. Еще пока нет. Почему? Не знаю. А кто не боится? Желтая там какая, черная плесень и так далее. Бояться нужно всегда. Вопрос заключается в том, чего бояться. Я еще не слышал этой новости. Стараюсь поменьше держаться от всякого рода негативных новостей, потому что вы сами понимаете, какая у нас ситуация. Мы пережили такой период, когда, наверное, у нас была передозировка негатива. Хочется наслаждаться летом пока что. Вот так. Я переболела уже 2 раза, поэтому, наверное, да, чем нет, потому что новые штаммы появляются, и каждый раз заболеваешь.